В 2012 году, когда я выиграла конкурс «Мисс Екатеринбург» и стала послом заявки нашего города на проведение всемирной выставки «Экспо-2020», мне сказали, что голосование будет проходить в ноябре 2013-го. Я тогда подумала, как еще долго ждать этого времени. И вот ноябрь 2013 уже здесь, он наступил, время пролетело мигом. Буквально на днях, завтра, мы узнаем, одержит наш город победу или нет, будет ли у нас здесь грандиозный праздник. Я сначала, конечно же, как и многие горожане, не понимала всех плюсов проведения выставки именно у нас. Но потом поразмыслила и поняла, что это действительно огромный шанс для нашего города. Это уникальные возможности, которые предоставятся как для города, так и для людей, его жителей. Дело в том, что с проведением этой выставки будет очень много новых рабочих мест. Пригодятся все. Пригодятся и строители, и инженеры, и архитекторы, и певцы, и поэты. Каждый найдет себе дело, потому что нам необходимо будет быстро, ускоренными темпами развивать абсолютно все отрасли. А также это 5 станций метро за 6 лет, последняя из которых будет находиться там, где сейчас IKEA. Это уже огромный плюс. Облик города изменится, это однозначно. А ни один город, в котором проводились такие выставки, не был грандиозным до мероприятия. Взять, например, Барселону. Где была Барселона до проведения двух выставок Экспо и Олимпийских игр? Мы бы не знали Парижа с его Эйфелевой башней без этой выставки. На Экспо были представлены такие вещи, как лампа накаливания, радио Попова, автомобиль, очень много всего. Возможно, мы сможем прикоснуться к истории и стать свидетелями того, как у нас в Екатеринбурге люди сделают какой-нибудь огромный шаг по пути прогресса. И, возможно, мы сможем даже приложить к этому руку. Заявочный комитет «Экспо-2020» усердно работал на протяжении 2 лет. Наша заявка была проведена абсолютно честным путем. Я считаю, это очень важно. Также велась постоянная работа с иностранцами, с международными послами, с непосредственно с теми людьми, которые будут голосовать. Голосование будет проходить в несколько этапов, и уже совсем скоро мы узнаем результаты. Я надеюсь, что мы выиграем. Лично для меня это очень важно. Я бы хотела видеть, как наш город развивается, меняется в лучшую сторону. Поэтому давайте поверим все в коллективный разум, в силу мысли и просто представим, как будет замечательно, если Екатеринбург выиграет Экспо 2020.